тебя зовут? Бля, как его зовут, ребята? Я не могу представить, как его зовут. Пацаны, у нас Аякс пропал. Он отошел. Что там у Бука? Нет, он буквально... Его зовут Рози Зенон. Меня зовут Рози Зенон, сука. Живое зерно. Для кого ты работаешь? Я воюю во имя независимой республики к Сарани. А ты пидор. Сарани, блять. Скажите ему, что такое не существует и что он воюет за несуществующее государство. Ты воюешь за несуществующее государство. Не обращай внимания, это политика. Именно потому что... не даем создать, чтобы вы не воевали. Там с крышей орёт. Наш политрук. Откуда они пойдут? А не ты ли у меня пиво покупал, братан? Мы все уже побратились. Недавно воевали друг с другом, теперь брат до брата. Еще и нас оповещает. Он в курсе главных событий, ты понимаешь это? Да. Мы вершим ход истории и продаем пиво. И это мне очень нравится. Что будем брать? Ты оттуда нам скинешь? Разобьется, я не буду ему платить за разбитую бутылку. Блять, он мне будет платить за разбитую бутылку. Но в бутылках. А он в банках? В пакетах. Ща канистра прилетает, короче. Знаешь, подожди, в чем продаете пиво? В пакетах, я заинтересован. С запада или востока?